26 ноября на Алматы-Арена в 18:00 незабываемый вечер ММА «Найза-35». В главном бою вечера действующий чемпион полулегкого дивизиона «Найза» Николай Самусев в рамках защиты своего титула столкнется с первым обладателем чемпионского пояса Гран-при NFC Оренбай Раимбеком. Кроме того, нас ждут несколько принципиальных поединков. Тяжеловес из России Хусейн Адамов против бойца из Казахстана Дмитрия Попова. Трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Сагын Казбек против воспитанника школы Еркын-Куш Альберта Ахмаева. Опытнейший борец Баглан Жаканша против Эмомахди Орзузода из Таджикистана. Нас ждет настоящая заруба. «Найза-35» 26 ноября на Алматы-Арена. Будет жарко. Билеты доступны в кассах Алматы-Арена, Тикетон и заказ билетов.